Всем большой привет и добро пожаловать в мое новое видео. Сегодня у меня будет видео, не знаю, немного необычное по сравнению с тем, что я... Ну, я не снимаю тут всякие распаковки, что я заказываю с интернета. Обычно что-то заказываю, сама себе просто пользуюсь и все. Но в интернете много таких видео, они достаточно популярны. Я сама их достаточно иногда смотрю, мне любопытно. Я заказала себе две посылки и решила с вами ее распаковать. Но я вспомнила про свой канал на ютубе, что у меня он есть, позже, чем я открыла. Короче, первая коробка выглядит вот так. Очень ужасно, но это явно почта, поэтому ничего страшного. И я как бы знала, что здесь, и я когда открыла, я поняла, что здесь... Но я не ожидала, что будет такая гигантская коробка. То есть я ждала чего-то поменьше и покомпактнее. Где-то я положила рядом ножницы. Итак, вот так это выглядит все изнутри. Это, кстати, турецкая доставка. Заодно посмотрим, как сравним, да, как упаковывают в Турции, как упаковывают в России. Я, честно говоря, не помню, как упаковывают в России, но, по-моему, что-то, по-моему, поприличнее. Ну да ладно. Итак, на самом деле это набор для арабской каллиграфии. В последнее время я, ну, вообще увлеклась, скажем так, арабской культурой, арабской религией. Вот. И, так сказать, искусство не прошло стороной. Я так понимаю, что вот это просто для толщины. Итак, что в комплекте? В общем, вот это вот такие вот карандашики, ручки. Вот это вообще, по-моему, из бамбукового, тростник. Короче, вот так это выглядит. Вот такие вот три пера. Они абсолютно деревянные деревяшки. То есть вот это вот полый тростник, да, как бы обыкновенный совершенно. Они разные по толщине. То есть вот это вот где-то 3 мм толщиной. То есть у нас с одной стороны широкая, с другой стороны она совершенно тонкая. Вот это вот где-то 5. Я не знаю, там они, конечно, различаются по качеству, по фирме. Я заказала самые-самые, что ни на есть простые, поэтому мне пришли самые, что ни на есть простые. Стоило это все 25 лира. Ой, ну где-то, ну не знаю, 100 рублей, не 100 рублей даже, наверное. Я напишу где-нибудь здесь, не могу быстро перевести. 1 лира 10 рублей. Ну да, где-то получается, может, 200 рублей. 1 лира 10 рублей. 250 рублей получается. Вот это, честно говоря, я даже не знаю, что это. Это какая-то белая штука. И что же это? И для чего это? А, это может быть как-то макать. Или сюда их лохонос. На ощупь это хлопок. Обыкновенный хлопок, то есть... Что-то я не могу реально сообразить, зачем тут нужен хлопок. Может быть для того, чтобы стирать чернила, когда она не нужна уже на ручке. Но выглядит миленько, да. Да, я небольшой профессионал, то есть я не знаю еще, как это буду делать. Я просто насмотрелась видео на ютубе, захотела так же, и вот я себе тоже заказала наборчик. Далее, я так понимаю, у нас должны быть чернила, потому что оно, они точно должны быть в комплекте. Вот так вот выглядит следующая коробочка, прям как духи. Да, выглядит это все, правда, как духи, но это точно не духи. Честно говоря, я вообще просто увлеклась каллиграфией, то есть не обязательно даже покупать такой большой набор, там, да. А, в коробочке лежала только одна вот такая чернилица. Ой, здесь прямо так даже на этой штуке красиво написано, сейчас я даже упакую. Вот, то есть не обязательно, если вы как бы тоже иллюстратор, допустим, рисуете в векторе, не обязательно покупать этот набор, то есть все вот эти вот аналогия вот такой вот кисти, да, широкая с одной стороны, она есть в иллюстраторе, причем в стандартной установленной версии, то есть не надо ничего выдумывать, придумывать, она бесплатная, ей можно спокойно пользоваться. Вот, поэтому, если как бы вам тоже это интересно, можно даже ничего не покупать. Вот, смотрите, тут пример даже уже нарисован. Вот такая вот история мне последнее время очень-очень нравится. Так, хорошо фокусируется, вообще все видно? У меня ногти мои. Вот, я хочу рисовать что-то похожее.
Я так понимаю, это все выдержки из Корана или было из каких-либо еще других священных писаний. Но мне кажется, в большинстве своем это все-таки Коран. Все, здесь больше ничего нету. И набор бумаги. Смотрите, ну мне прям нравится, как вот это все оформлено. Мне нравятся цвета, мне нравится гамма, мне нравится, честно говоря, все. Мне нравится шрифт, мне нравится какое-то оформление, текстура. Действительно, мне нравится все, и это все очень круто выглядит. Так, итак, это белая бумага, 20 на 30, ну то есть А4, 100 штук, ничего себе. Вот, и в комплекте, значит, идет бумага 100 штук. Сейчас посмотрим, это обыкновенные А4, как для принтера, или нечто другое. Нет, это нечто другое, она более плотная. На ощупь это листики похожи, как брошюрки, знаете, всякие там рекламные буклетики вот эти вот есть маленькие. Вот это точно такая же бумага, она более глянцевая, она более плотная. Как вот журналы печатают, да, вот такая вот она более не тоненькая, она более плотная. В принципе, за 250 рублей, мне кажется, это просто шикарный набор. В нем все есть, да, то есть как-то так, я не знаю, все предусмотрено. Начиная от чернил, заканчивая бумагой. Бумагу я вообще не ожидала в комплекте, честно говоря, увидеть. С хлопком я еще не разобралась. Для чего он нужен? Вот, но мне кажется, это как бы тоже такая, знаете, для удобства. Для удобства такая штука. Чернила, кстати, у меня обычные черные. Давайте их откроем, чтобы тут сейчас ничего не завозюкать. Чтобы ничего не испачкать, как это выглядит. А, они даже запечатанные. И здесь такая мягкая штучка. Чего с ней делать? То есть это как... Не могу сообразить, как это работает. Это надо снимать, не снимать. Да, это... Да, мы это просто резиновая... предохранитель. Вот, мы его снимаем, и там внутри обыкновенные черные чернила. Естественно, в следующих видео я вам обязательно покажу, что у меня из этого получается. Даже если ничего не получается, я вам все равно обязательно покажу. Ну, вдруг вам тоже когда-нибудь заинтересуетесь, да, вы арабской каллиграфией. В конце концов, это просто более широкий взгляд на мир, более широкий кругозор и так далее. В общем, это всегда дело не лишнее. Итак, у меня еще есть вторая посылка. Вуаля! Та-да! Это какие-то нереально гигантские мусорные пакеты. Короче, это мусорные пакеты, и я себе их заказала. Ну, в смысле, мы заказали 200 штук. Тут это должно быть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 17. 20, правильно, 20 упаковок огромных пакетов. Для тех, кто не в курсе, я увлекаюсь субботниками, это мое хобби. Иногда я хожу с компанией, иногда я хожу одна. Вот, но мне стала целая какая-то большая проблема купить большие пакеты. Большие, размер 110 на 80, да. У меня это была прямо эпопея, потому что в супермаркетах такие пакеты не продаются, я не знаю, где их покупают, а ездить каждый раз куда-то, в общем, мне было как-то влом. И мы решили заказать 20 упаковок. Я надеюсь, они плотные. Нет, они не плотные, но они нормальные, в смысле. Это гигантский мусорный пакет, представляете? Никогда не могла подумать, что в мое хобби будут входить мусорные пакеты. Да, кстати, когда я собираю мусор, у меня моя мантра, что я не собираю мусор, а я забочусь о нашей природе. Вот, поэтому мое хобби заботиться о природе. Ну и всячески пропагандировать, скажем так, на всех моих каналах эту историю. Вот. Короче, вот так вот, видите, мы даже мусорные пакеты заказываем с интернета, поэтому, если вам нравятся такие видео, я их буду записывать чаще и, скажем так, по ходу пьесы делиться, что мне нравится, что не нравится, что я советую, что я не советую. Вот с этим вот по ходу пьесы разберемся, советую я это или нет. Ну, честно говоря, сейчас у меня ощущение очень-очень приятное, то есть у меня такое ощущение, что я, знаете, соприкоснулась с какой-то историей, соприкоснулась с каким-то... реально каким-то историческим движением, историческим творчеством, когда все это придумывалось.
Потому что там, ну вот так, такое, да, только в арабских, в арабской культуре такое сохранилось. То есть это вот, и оно не шибко, скажем, оно, конечно, изменилось, оно видоизменилось, но оно очень-очень, скажем так, сохраняет какой-то такой именно традиционализм и именно как бы культурное наследие. И даже вот палочками рисовать, конечно, сейчас есть все вот это маркеры, есть все это современное, но факт в том, что сохранилось вот именно то, как это было изначально, мне кажется, это очень круто. Очень круто попробовать точно так же, как раньше люди в оригинале это делали. Вот, поэтому обязательно буду делиться с вами своими впечатлениями. Всем спасибо за просмотр, спасибо, что посмотрели это видео с самого конца. Если оно вам понравилось, поставьте, пожалуйста, палец вверх, тогда я буду знать, что видео такие вам нравятся. Я их буду записывать чаще, да, у меня будет мотивация записывать видео, а вам, я надеюсь, будет хоть чуть-чуть интересно, хоть чуть-чуть полезно их смотреть. Все, всем до встречи в следующих видео и всем пока!